Привет, ребята, с вами, как обычно, я, Кирбай, и сегодня я записываю для вас такой коротенький видеоролик, где я получаю награду за прохождение испытания со значками Шелли. Смотрите, награда за 8-ю победу, очки силы. Я, получается, прошел это испытание, но перед тем, как мы начнем забирать награды, поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а мы, короче, начинаем забирать награды. Очки силы. 350 очков силы. Я их, кстати, откладываю на нового хроматического бойца, который я куплю. Так что это видео я запишу отдельно. И, наконец, поздравляем, ты выигрываешь испытание со значками Шелли. Твоя награда — новый значок. И бум! Вот он! Как? Ничего себе! Вот это он крутой! Офигеть! Офигеть! Ну, вообще, я просто в шоке. Чё за вообще скин? Точнее, не скин, а на значок на Шелли. Офигеть! Так он еще и эпический. Офигеть! Обалдеть! Так, ладно, забираем. И, ребята, заходим. Значит, где у нас там Шелли? Так, вот, скоро, кстати, вот Мэнди появится. Я ее сразу куплю и запишу видео. Так, вот она, классическая Шелли. Кстати, я уже ее забрал. Так что, если кто еще не забирает, забирайте. Потому что это скин, короче говоря, юбилейный скин Brawl Stars за всю историю. Так, ладно, у нас за скином значки. Вот, кстати, все значки, которые я в испытании выиграл. Вот он, самый крутой значок в мире. Так, вот этот мы сами, значит, вот это поставим. А вот этот скинчик мы с вами вот такой поставим. Ну, смотрите, офигеть. Шелли со всеми значками. Давайте их пойдем испытаем короче говоря, в одиночку. Фух, я на самом деле просто в шоке, тем более это новое испытание, я прошел его впервые. Ух, ребята, правда, я одно поражение там сделал, что на самом деле, да, такое дело. Я просто одно поражение сделал, просто проиграл по чистой случайности. Но я и докупил попытки за 3 гемасика, которые мне не жалко. У меня останутся гемы, но еще набрал пас. Я купил и выиграл, правда, одно поражение сделал, но выиграл самым последним. Нифига себе. Ой, 3 баночки, блин, меня чуть не сбили. Сейчас мы с вами вот этот значок, видите. О, смотрите, мы с вами вот такой значок сделали. Такой значочек, офигеть, у меня вообще новые значки на Шелли, это обалдеть. Только у меня что-то Леон находится. Эй, вообще-то у парня новый значок, вот тебе могу тоже показать, если хочешь. А Леону я сейчас отпор дам. На, пошел, пошел. Кому еще надо дать? Честеру тоже нужно дать. Нет, лучше давайте им сюда, да, сейчас. О, тихо, там это, какой-то, не знаю, бой устраивает. Слышь ты, пошла. О, все, отлично. Ага, привет, я могу показать и тебе вот такой значочек, смотри, это значок за происхождение испытания. Конечно, я думал, что который на аватарке испытания не такой значок дадут, но мне дали вот этот значок. Ну, в принципе, он тоже неплохой, тем более очень крутой, потому что у него так, смотрите, это первый значок с дробовиком у Шелли, обалдеть. Кто, кстати, ребят, прошел испытание, это ставьте лайки, так что... Давайте посмотрим, сколько нас прошли испытания. Давай, бьем. Ничего себе, сразу двое умерло. Офигеть. Тем более еще и классическая Шелли. И еще новые значки на нее. Да это просто имбовая штука. Обалдеть. Ох, ребята. Ладно, ребята, через полтора часа уже заканчивается неделя лиги. Я вот уже столько билетов насобирал, эти монеты я потрачу на очки силы. И, конечно же, еще это, что там еще? Смотрите, вот он брал Старс, брал пас Мэнди, будет такой же, как и уже станция призраков. Ну вот, значит, такие очки силы, такие вот очки силы. Ну, то есть до 30 уровня мне, думаю, хватит, чтобы я смог. Первых гемасиков должно хватить, и должно хватить очков силы, чтобы прокачать ее на 10 или на 11 даже. Уровень силы сразу. Ну, ребята, да, Brawl Pass выходит через 6 дней, 20 часов. Сегодня у нас 26 декабря. Практически этот Brawl Pass выйдет практически через 2 января, получается, он выйдет. Хотя нет, он почти получается 7 дней. 27, 26... подождите, я посчитать должен. В принципе, такие уж дела. Так, 7 дней, сейчас 26-е. Получается, если это все дело сложить, какое у нас получится число? 3 января. То есть Brawl Pass выходит 3 января. Нет, думаю, мне кажется, он выйдет 2-го, потому что, как бы, я записываю это видео уже вечером.
А вот это вот, да. Да, думаю, да, 2 января должен выйти, потому что времени по ограничено, да. Ну что ж, ребята, я, конечно, не заснял, к сожалению, как я прошел испытание, но зато получил вот эти вот крутые значочки, которые очень, мне, кстати, очень крутые. И я могу, ребята, ими пользоваться, если что, в эти крутые моменты. Но перед тем, как мы начнем уже заканчивать, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить данные видеоролики. Кстати, у меня всемирная слава уже 2-я, 2325 хромокредитов на него. Ну что ж, ладно, ребят, всем удачи и всем пока-пока!